Привет, товарищи, с вами Лего Стайл номер один. И нет, это не обзор, это даже не анбоксинг. Это просто видео-совет вам. Итак, я, конечно, понимаю, что это не в моем формате, но я не мог не поделиться с вами такой информацией. Вы сейчас видите очень полезные детали. Я вам хотел порекомендовать вот этот вот набор. Собственно, артикул 4.2.0.4.5. Вот. Вот этот катер, да? Я вам хотела его порекомендовать, естественно, для самодельщиков LEGO Bionicle. Это одни из самых-самых полезных деталей, которые есть в этом наборе. Вот. Там, конечно, есть еще всякие, куча всяких деталей, которые я не посчитал за самые полезные, но, в общем, вот. Там сейчас покажу еще. Поэтому я считаю то, что этот набор очень хорош. Он не слишком дорогой. Я, честно, не знаю, сколько он стоит. Мне кажется, около где-то 1500. Вот. Я куплю такой второй, потому что... Не, ну реально, посмотрите. Все же самодельщики знают, как эти детали ценятся. А тут их 4 штуки. Эти тоже детали довольно часто используются. Тут есть такая вот деталь редкая. Для тех, кто любит делать ноги вот с этими штуками, пожалуйста, 4 штуки. Удлиненные детальки. Вот такие же детальки, только укороченные. Их можно перекрасить по желанию, допустим. Это тоже все знают, как они в теле по бокам используются. Конечно, эти тоже очень полезные детали. Они тоже вот в теле обычно применяются. Это всякие закрывашки тоже полезные. Но это вот просто вот это вот рай. Это для всяких там голени, бедер. Даже где-то в тело можно засунуть. То есть это настолько идеальные детали, что я считаю то, что потратить вот деньги, по-моему, вообще это... Даже это будет дороже, потому что вот такие тут детали есть. В общем, я советую... А на этом попрощаюсь, в общем-то. С вами был LEGO Style.